Его зовут Якопо Мастранджело. Благодаря его электрической гитаре он вернул жизнь одной из самых знаковых площадей Рима – Пьяцца Навона. Его музыка нарушила тишину, господствовавшую на улицах Рима после указа итальянского правительства от 20 марта, призывающего к полной изоляции. С тех пор итальянцы сидят дома, им разрешено выходить на улицу только для насущных нужд. Я хотел передать послание надежды всем итальянцам, сказать им, чтобы они сопротивлялись. Я прошу их делать то, что от них ожидают. Я призываю их оставаться дома. Я также призываю оставаться в единстве, несмотря на разлуку. Итальянцы переживают скуку с помощью музыки. С начала карантина они договаривались о времени исполнять популярные песни и гимны из своих окон. Чаще всего они выбирают песни итальянских музыкантов. Мы хотим, чтобы итальянская музыка заставляла нас чувствовать себя итальянцами и объединяла нас. Мы сыграли все, от Пуччини и Верди до Эннио Морриконе и Пино Даниэле. Я играю итальянские песни для оркестра, особенно те, которые хорошо сочетаются с электрической гитарой, которая заменяет скрипичную партию. Сейчас на улицах одной из туристических столиц мира царит тишина. Уличные музыканты скрашивают быт римлян, находящихся на карантине. Музыка всегда объединяет людей, а так они не чувствуют полного одиночества. Якопо считает, что истинная свобода зависит не от физических ограничений, а от того, что каждый человек несет внутри себя –